sonunda paydası bulduğuma North by Korea'nın. Только задача? А ты экспериментов пользы нету разве? Нет, эксперимент последний. Нет, инфора бармайсин бы. А? Onda İFO'ya barmayı mı diyorsun bu? Постараешься или поедешь? Thank you.
Угу. Электрического шарма тоже он все равно нужен. Внутри? Да. Қандай пунктасыңдар? Бірінші, иә? Угу. Сейчас иду. Thank you.
Здесь что будет с непрерывным самозарядом? Я ошибся неправильно. Одинаковые заряды дома? Потенциал как находится, помню? Как у нас, да? А общий потенциал 4.
шлак, и так далее. Да. Если здесь 3 вольта, здесь 3 вольта, то ровно посередине. Здесь не будет, потому что расстояние будет уменьшаться, да? Начальный заряд 8 плюс 2, да? Да. Это равняется... Там в воде мишень не надо. Сейчас, С1 плюс 1 плюс С2 плюс 2, да? А С1 равно 2... Нет, С2 равно 2, С1, да? А заряды же одинаковые, да? Это 2, С1, U1, и 2, С2, U2. Равняется, да? И теперь предположим, что заряд объединены, да? 8 плюс. 10 плюс плюс. Минус минус. Минус минус, да? Когда предположим, заряды изменились, здесь будет... Один штрих, да? Здесь будет
что будет делать вот эти два? Толкать их и притягивать? Толкать, да? Хотя вот эти пластины, они, кажется, соединены с другом? Соединены, да? И значит, количество электронов на каждом бит будет меняться или нет? То есть электронов меняться не будет, да? Это, скорее всего, заряды останутся прежними. Каждый пластин будет. И потом радость потенциала, да? Если вот так сделать, вот эти пластины мысленно соединить, эти соединить, потенциал, какой пластин спрашивается? Первый, да? А ты ноль? Понимаешь суперпозиция поля? Все складывается? Да. То есть раньше же... сейчас... Да, можно сказать. Суперпозиция поля, да? Вот это было D, да? И U было равно U на C1, да? А E равно U на D, да? Значит, я не равно чему? У, да, D, C1, да? Я вот так, она вот так направлена, да? А у этого маленького, у него было U2, да? Значит, E2 будет равняться, U то же самое, D2, и 2C1, да? 2C1. Тогда у них поле какое? Одинаковое, да? Вот три линии, да, поле было? Здесь тоже три линии. А потом мы их совмещаем. Это было три линии, да? Раз, два, три. И потом сверху вот это берем и накладываем. Тогда здесь сколько линий мы должны добавить? Раз, два, три, да? Тогда поле в этом участке сколько линий? Три. Прежнее поле, да? Поле в этом участке? Прежнее поле, да? Поле здесь? Шесть, да? Тогда это будет в два раза больше, да? Тогда вот этот D на 4, да? Это D на 2, это D на 4. Тогда здесь у нас было, то есть ED равно CQ, да? И 1. ED равно CQ, да? Тогда здесь у нас будет ED.
Кроме Кейпа. Фарад. Ну да, Фарады, Фарад, сокращенно. Керек болгонда сурандыр.
и конденсаторы связать. Q равняется CU. U это ds. А. Конденсатор типа резистора, да? Нет. Джох. Если у меня конденсаторы это, например, у меня конденсатор равен одному микрофараду, да? И вот Q, например, ET же, да, ADSC, если у меня ADS 1 вольт, да? У меня получается Q это 1 микрокулон или как? Да? Thank you.
Қандай пунктасыңдар? 1-4, я? Екінші 90-да оқу қашан басталды? 8-ші қаңтар ма? Естеріңде бар ма? Қашан болды ол? Қашан болды? 9-ға болды. Thank you.
А 19-ші наурыз оқып жүрдік па? Бармайсыздар ма?